Солом сиясетіне қағылған документ бойынша Мәскеуге 50%, Татарстанға 50% етіп қайшан әзірлеп кірділер екен думыға. Сіздің сұрауларыңыз нешендер қар вақытта да вот ваши вопросы, они как-то не очень корректные, как вам сказать. Мы идем в едином налоговом пространстве. Вы считаете, что нужно отделить Татарстан и для него только сделать 50-50? Или вы хотите, чтобы по всей стране было 50-50 налоговое поле? Если для всей страны, значит, давайте для всей страны сделать, во-первых. Это раз. И межбюджетные отношения, они очень сложные. Вот просто, так сказать, 50 сюда, 50 сюда, это не тема для разговора. Нужно думать, как формируется бюджет федеральный, каким образом, за счет кого. И каким образом республика могла бы и за счет других иных источников восстанавливать те свои там потери, отчисления там и так далее, которые направляются. Наша республика очень активно работает через привлечение, активно участие через госпрограмму. Как столько, как мы участвуем в госпрограмму и себе привлекаем федеральные деньги, никто не участвует. Очень для меня, например, непонятно, и я считаю это некорректно, неправильно, когда наши государственные муниципальные рабочие учреждения получают зарплату в полтора, в два раза меньше, чем которые, та же категория, которая в Ульяновске живет, в Волгограде живет. То есть те реципиенты получают от федерального бюджета, значит, дотации, и у них зарплаты больше, чем у региона доноров. Но это несправедливо.